Здравствуйте, ребята! Раскатывание мячиком промежности ⁇ популярная тема, которая обсуждается в многочисленных роликах в сети. Это упражнение призвано радикально решить проблему хронического простатита, да и вообще всех болезней предстательной железы, неважно каких. И даже позволит избежать операций, так говоря. Хотя простатит операции не лечат. Но и не важно, самое эффективное упражнение от простатита. Простатит уйдет навсегда. Делал три раза в день, чтобы простатит ушел. Секретное упражнение от простатита. Вот такие заголовки в сети мы встречаем сплошь и рядом. Но у меня секретов нет. Сегодня приоткроем тайну, раскроем секреты с помощью знаний, логики и здравого смысла и моего многолетнего опыта врача-уролога. Упражнение поражает своей эффективностью, воздействием на психику, ведь мы непосредственно массируем простату. Умопомрачительные иллюстрации сопровождают эти ролики, особенно поражает выражение лица упражняющегося субъекта. Прямо чувствуется, как он ощущает благотворное действие этого упражнения на организм и непосредственно на предстательную железу. Среди многих пациентов моих я встречал тех ребят, кто пробовал заниматься массажем мечом промежностной зоны, ходьбой на ягодицах, но никто из них не нашел силы регулярно это делать и никто из них не отметил какого-то революционного эффекта. Давайте же разберемся, какие эффекты может оказывать это упражнение на предстательную железу и какую пользу реально оно может нести, полезно оно или бесполезно. Ошибка думать, что давление на промежность действует на ткань простаты. Подробно тему воздействия на промежность я рассматривал в роликах про велосипед, про сидение на промежности и частично в ролике о болезнях холода. Можно ли сидеть на холодной поверхности? Вы их можете посмотреть на YouTube канале и в сообществе ВКонтакте. Мои аргументы не впечатляют многих парней, ведь мечом и ходьбой на ягодицах мы массируем простату, а это полезно. Так говорят. Значит, вот это перед вами мужской таз. Кости мужского таза. Значит, где у нас катается мяч? Давайте представим себе, что он катается, естественно, по промежности, с нижней части ее. Что же ограничивает у нас промежность? Это четыре основных костных формирования. Это копчик. Вот он. Это два седали, две ветви седалищной кости, вот это опорные зоны. И это лонный синтез, лонное сочленение. Вот между этими структурами натягиваются многочисленные, плоскостные, взаимно пересекающиеся связки, фасции, мышечные волокна. И вот они как раз и формируют промежность. промежность. Когда человек сидит, у него примерно вот такое положение таза. То есть опорная зона – это седалищный бугор и его нижняя ветвь. Вот это. Слева и справа, соответственно. Если вы наклоняетесь вперед, очень трудно наклонить его вперед, он не очень слушается. Я его наклоняю вперед, он поворачивается немножко в другом направлении, но неважно. То есть если вы наклоняетесь вперед, лонная ветвь становится ниже, вот этот лонный симфиз прижимается ниже. А если вы отклоняетесь назад, Соответственно, у вас будет перемещаться нагрузка в зону копчика и крестца. Вот смотрите, наша любимая предстательная железа. Вот она. Здесь обрезана правая часть таза. Правая часть таза, подвздошная, седалищная, лонная кость справа отсутствует. Это для того, чтобы видно было внутренние органы тазовые, как они расположены. Но мы можем себе представить, вот одна из мышц промежности, она крепится к нижней ветви седалищной кости где у нас катается мячик? Он у нас катается вот между копчиком и двумя седалищными буграми и лонным сочленением. Значит, реально, вы видите, где находится предстательная железа? Катаем мяч вот в этой зоне. Вот здесь анус. Если мы катаем мяч вот тут или вот тут. Вот это две маленькие зоны, где мы можем реально его катать. Здесь не позволит копчик. Тут анальное кольцо. Катать в этой зоне невозможно. Если мы приближаемся вот к этому участку, клонной кости впереди, то это больно. Это больно, потому что эта зона как раз где... Так, попробую вывести. Когда мы подъезжаем мячиком вперед, вот лонная кость, лонный симфиз. Это уже жесткая структура. Вот это губчатый отдел уретры. Вот тут луковичный отдел уретры находится. Мы на него будем давить мячом. Мы на него давить не сможем. Почему? Потому что это очень болезненная зона. Это одна из шокогенных зон. Ну, вы знаете, пинок под машонку носком ботинка вызывает болевой шок. Это та зона, где происходит всегда травмирование вот этого отдела у ретры в случае неудачного падения. Ну, предположим, человек наступил на крышку люка, она встала в вертикальное положение, у него провалились ноги, и удар приходится как раз вот на эту зону. Рвется у разрыв у сразу. Мяч катать по этой зоне невозможно. Это больно, некомфортно, но и это никак не позволяет нам промассировать простату. То есть в этом участке в свободном, где мы можем хоть как-то воздействовать на э, предполагаемые тазовые органы, мы будем кататься в стороне от предстательной железы, в этой части тоже в стороне от предстательной железы. В этой части анус кататься невозможно, но и простата здесь ни при чем. И даже если мы будем смещаться сюда, мы здесь катать мяч не сможем. То есть реального воздействия на предстательную железу от раскатывания мяча никакого не происходит. И даже если, представьте себе, что вот теперь вот тут у нас ездит где-то мяч, вот она у нас простата, но органы тазовые от какого-то давящего элемента на промежности просто будут вместе с тазовым дном и с мышцами и с фасциями будут смещаться вверх. Непосредственного воздействия на них происходить никак не будет. Еще раз на другой схеме. Вот здесь хорошо видно. Но здесь у нас обрезан копчик. Мы представляем, что он идет вот до этих. Копчик обрезан, чтобы видно было сзади предстательную железу и мочевой пузырь. Вот посмотрите, как идут семенные пузырьки. Справа, слева расположенные от предстательной железы. И как идут семеносящие протоки. Вот в яичке образуются сперматозоиды. Они выходят в придаток и идут по семеносящему протоку вверх. Вверх, вверх, вверх идут. Вот от яичка вверх поднимаются надлонной костью, попадают в составе пахового канала, они поднимаются вверх, потом опускаются по тазовой стенке вниз, вот сюда, за мочевой пузырь, и в семенных пузырьках накапливаются. В предстательной железе вырабатывается секрет, и во время семяизвержения вся вот эта система сокращается, и жидкость из правого и левого семенного пузырька, и из правой и левой доли предстательной железы, и есть конечный эякулят. Все это выбрасывается в простатический отдел уретры. Здесь его не видно, но вот смотрите, по нижней части идет ретро Она вот у нас так идет, 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 идет. И часть канала проходит через предстательную железу. Открывается мочевой пузырь, соответственно. И вот в эту часть мочеиспускательного канала, который называется простатический отдел уретры, то есть который проходит через простату вот сюда и выбрасывается сперма, соответственно, попадает в нужное место. Ну, вот здесь хорошо видно из мочевого пузыря уретра проходит через простатический отдел, потом губчатый отдел и дальше уже висячий отдел уретры. Еще раз посмотрите, где находится предстательная железа. Она вот здесь находится. Никакого воздействия, никаким мечом на нее мы оказать не можем. <coughs> Будут вдавливаться мягкие ткани промежности, вот этого тазового дна или тазовой диафрагмы. Все то, что расположено выше, будет просто смещаться вверх. Если мы попытаемся под лонной костью напрямую как-то воздействовать на простату это тоже не получится. Мы будем давить на э, губчатую часть уретры. Это очень больно. Она будет прижиматься к нижнему краю, вот там сзади нижний край лонного сочленения. Она будет прижиматься к костным структурам по центру. и вы не сможете, но даже если вы будете превозмогать боль, простата с ночевым пузырем медленно будут смещаться вверх. Никакого воздействия на предстательную железу через мягкие ткани промежности, ни мечом, ни молотком, ни яблоком, ни кирпичом, никаким предметом вы на нее воздействовать не сможете. Даже при тяжелых травмах, когда таз раздавливается в дорожных катастрофах, когда э, травма от падения с высоты, там с восьмого этажа упал человек, хлопнулся на живот или на задницу или на спину, таз ломается, множественные переломы таза. Э, рвется вот этот отдел уретры, перепончатая часть его, отломки таза ломают его, если вот здесь сломается кость в области лонного сочленения или вот эта вот ветвь седалищной кости ломается, она может отломками порвать уретру, это типично. И рвется мочевой пузырь, рвется ча тем чаще, тем, чем больше он наполнен. То есть как любой тонкостенный мешок, если вы нальете туда 100 мл воды, не будет избыточного давления никакого и при резком гидравлическом ударе механическом ударе с одной стороны жидкость просто свободно будет там смещаться если же мочевой пузырь интенсивно наполнен хотя бы там 500 миллилитров есть то при резком хлопке жидкость смещается от физического воздействия в противоположную сторону и наполненный пузырь легко лопается но при травмах костей таза различного происхождения, о которых я уже рассказал, предстательная железа никогда не травмируется. Такова анатомия. Поэтому мячик на нее никакого действия не окажет. Как бы нам всем не хотелось в это верить. Если вам мало 3D модели, представьте себе, что вот здесь наш мяч, а вот тут предстательная железа. Через мягкие ткани, кожу, подкожную клетчатку и тазовые мышцы мы не можем никак воздействовать на предстательную железу. Поэтому вот эти усилия мужчина прилагает в отношении задней поверхности бедра, ягодичной мышцы. Но как только он смещается в промежность, он попадает в эту ограниченную зону. Сюда, здесь катать невозможно больно, губчатые отдел уретры. То есть мы можем катать вот в этом участке и вот в этом участке. Давайте выяснять, на что действует, почему иногда полезно. Вспомним о видах хронической тазовой боли и расстройств тазовых органах. От чего они происходят? Я об этом уже говорил как-то давно. Итак, боль и расстройство. Инфекционно-воспалительное, то есть там живет инфекция, от инфекции воспаление мячик не поможет. Второй вид. Неинфекционная воспалительная тазовая боль и расстройство. Инфекции нет, но есть воспаление со всеми признаками воспалительного процесса. То есть медиаторы воспаления, клеточные реакции, отек, эксудация и так далее. Мячик не поможет. Неинфекционная сосудистая ишемическая, гипоксическая боль и тазовые расстройства. Что это такое? Это ничто иное, знаете же, ишемическая болезнь сердца, ишемическая болезнь головного мозга, и есть ишемическая болезнь органов малого таза. Связана она с атеросклерозом, как правило, то есть с нарушением притока крови по артериям к органам малого таза. И от кислородного голодания, то есть от гипоксии и ишемии, может возникать Болевые ощущения и расстройства функций тазовых органов. Как правило, эти явления появляются у лиц 40 лет и старше. Не имеют отношения к доброкачественной гиперплазии простаты. Это э, отдельные сосудистые расстройства. Поможет ли мяч? Мяч может помочь ситуационно, улучшив опосредованно капиллярный кровоток на какое-то короткое время. Так же, как если вы потрете руку, у вас кожа немного покраснеет. Но основная причина в атеросклерозе артериальных стволов малого таза она мячиком не устранится. Следующий вид неинфекционная, сосудистая, конгестивная, венозно-окклюзивная боль и расстройство. Что это такое? Это уже расстройство застойные в венозной системе. В венозной системе тазовых органов. А об этом у меня есть много роликов по поводу варикозной болезни таза можете посмотреть их. Это вещь, которая связана с гиподинамией, с плохой подвижностью. С, когда человек долго сидит, нарушается отток крови, венозная система в состоянии переполнения постоянно находится, мяч в этой ситуации в какой-то степени поможет. Но есть второй вид, который связан с анатомическими нарушениями, то есть с э, нарушениями анатомии, строения венозной системы. В этом случае э, мяч не поможет вообще никак. Следующее. Нейропатическая, урогенитальная, автономная нейропатия. Вот это вещь, на которую мячик может подействовать. Что это такое? Это в результате каких-то причин многочисленных меняется функция рецепторов нервных окончаний в тазовых органах нарушается баланс симпатической и парасимпатической вегетативно-нервной системы. Какие-то рецепторы избыточно раздражены, а какие-то наоборот недостаточно работают, и какие-то рефлексы э, избыточные могут давать болевые проявления, а какие-то наоборот могут быть угнетены. В этой ситуации как точечный массаж, как иглорефлексотерапия, вот это раскатывание мячиком может размять вот эти триггерные точки. Следующее, миогенная или миофасциальная тазовая боль и расстройство. Это тоже многочисленная группа симптомов, не связанная с предстательной железой также вообще никак, хотя мы все лечим простатит, Сюда входит синдром гиперактивной промежности, диссинергия мышц промежности. Что это такое? Человек сидит все время вот так и вот так, и вот в привычной позе. Он сидит перед монитором, он сидит за рулем, или он сидит перед книгой, или пишет, перед клавиатурой, неважно. То есть он сидит так ежедневно по роду своей деятельности. Сидел 10 лет в школе, потом еще кто-то сидел. 5 или 6 или 8 лет в университете и еще 10-15 лет он сидит в такой же привычной позе. В этой ситуации какая-то какая группа мышц внутритазовых и мышц промежности находится в, со в состоянии повышенного тонуса, какая-то все время в недогруженном состоянии. И вот этот дисбаланс тонуса мышц промежности и внутритазовых мышц может вызывать самые разнообразные симптомы расстройства и боли и расстройства функций тазовых органов. Так вот в этой ситуации мячик тоже может помочь. И еще существует сочетанная форма, когда несколько видов сочетаются друг с другом. Поэтому так все сложно, а не совсем так все просто. К сожалению, мы не имеем возможности в широком массовом э, варианте выполнять э, утонченные не, э, нейроурологические исследования. То есть мы не можем воткнуть каждому э, игольчатые электроды в мышцы, не, мы не можем провести электромиографию тазовых мышц, э, многочисленных слоев, мы не можем выяснить э, рефлексометрию выполнить э, в массовом варианте, то есть исследовать как раз вот эту функцию э, нервных рецепторов и волокон. Поэтому, ребята, катают мяч не только по промежности, но и по вашим ушам. Как правило, в таких сообщениях обязательно рекламируется какая-то клиника или врач, или дополнительно препарат с чудесными свойствами. Расчет всегда один, как какой-то хайповой темой, впечатляющей и поражающей воображение, привлечь внимание наших тонких мужских натур, нагрузить вас кучей возможных проблем, связанных с простатитом, заранить сомнения, чувство тревоги и озабоченности и прорекламировать свои услуги или какие-либо продукты, а заодно и что-то продать. Кстати, кому кажется полезными мои ролики, вы можете меня поддержать, отсканировав вот этот QR-код. Или в описании к видео будут ссылки на систему CloudTips, Tips, а также приглашаю в закрытую группу мужского канала на платформе Boosty и в сообществе ВКонтакте. Там я публикую эксклюзивные материалы. Кто-то скажет, а что, вы против раскатывания мячика? И вы против ходьбы на ягодицах? Я отвечу сразу и решительно. Я за пробуйте. Если у вас значительный компонент миофасциальной или нейропатической боли, вполне вероятно, что поможет. Но, как я уже сказал, выяснить это в, индиви... в индивидуальном случае мы не можем. У нас нет широкого арсенала исследований на эту тему. В остальных случаях, скорее всего, мячик никак не поможет. Но тем более странно слышать из уст врача сказки про секретное упражнение, от ветерана, с помощью которого ветерану удалось избежать операций и он жил долго и счастливо, как настоящий ветеран. Но нельзя приписывать какому-то упражнению свойства уникального и единственного, потому что это ложь. Если мужик, местами толстый гипертоник, пожирающий чипсы с пивом, с начальными проявлениями атеросклероза, в виде небольшой там, гипертонии есть и перемежающаяся эректильная дисфункция, с отрастающими грудками, как у школьницы старших классов, то раскатывание мячика промежностью и ходьба на ягодицах раз в месяц никак не избавит его от медленно и незаметно нарастающих проблем с мужским здоровьем. Так же, как и поиск волшебных БАДов. Так же, как и большие дозы витамина D в сочетании с жирным шашлыком и пивом вряд ли приведут к революционному улучшению в организме. Поэтому, ребята, будьте худощавыми, подвижными, мускулистыми, реалистами. Используйте эти упражнения с мячиком, и если видите от них какой-то эффект, о возможных эффектах я рассказал, но не забывайте, как говорил Паниковский в золотом теленке Балаганову, который пилил гири. Пилите, Шура, пилите, они золотые. Но он уже видел, что из-под пилы сыпалась металлическая стружка. Так что катайте, ребята, катайте. Надежда умирает последней, а я лучше покидаю гири, позанимаюсь на турнике и побегаю. Чего я вам желаю. Всем мира, здоровья и оптимизма. Ничего не понимаю. А это не золото. Пилите, Шура, пилите!